Многие самарцы до сих пор не знают, что на Кировском мосту есть выделенная полоса для общественного транспорта. Соответствующие знаки на участке от заводского шоссе до улицы Физкультурной повесили еще в середине июля прошлого года. Все это время выделенка работает в тестовом режиме. Однако автомобилисты то ли знаков не замечают, то ли их просто игнорируют. Как правило, с утра очень часто нарушают. Оправдание у всех водителей одно и то же. Торопятся на работу. Патруль ДПС здесь стоит часто, но нарушители от этого меньше не становятся. Скорее всего, дело в небольших штрафах. Проезд по выделенке водителю обходится всего в 500 рублей. Для многих сумма незначительная. Но уже с июля 2012-го штраф увеличится до 1500 рублей. Еще одной проблемой для ГИБДД стали водители, которые паркуются на мосту. Они не только нарушают правила, которые запрещают стоянку на этом участке, но и мешают движению транспорта. Мы занимаемся статьей 12.19, часть 4, для соблюдения остановки и стоянки транспортных средств. Также эвакуируем их и отвозим на специализированную стоянку. Эвакуация пока также ожидаемых результатов не приносит, ведь водители не несут расходы за доставку автомобиля до спецстоянки и за первые сутки хранения. Но июль опять же все расставит по местам. Эвакуация станет полностью платной. К слову, в рамках подготовки Самары к проведению матчей чемпионата по футболу 2018 планируется организовать выделенные полосы для общественного транспорта еще на нескольких участках дорог города.